друзі, це обличчя. І сьогодні в мене в гостях Олексій Диковицький, заступник директора єдиного незалежного білоруського телеканалу «Білсат». Вітаю. Добрий день, вітаю вас. Дякую за запрошення. Олексій Диковицький – журналіст, публіцист, письменник, білоруський опозиціонер та громадський діяч. Один із керівників єдиного білоруського незалежного телеканалу «Білсат». Мовити доводиться із Варшави. «Білсат» вже 15 років, фактично увесь час свого існування є кісткою в горлі диктатора Лукашенка. Журналістів переслідують, саджають, медіа штрафують, але канал продовжує говорити правду. Зокрема, і про війну в Україні. Після повномасштабного вторгнення в ефірі «Білсат» з'явився спеціальний проєкт – кілька годин прямого ефіру про звірства російської армії проти українців. Олексій Диковицький неодноразово відвідував Україну до початку Великої війни, приїжджав і 2022 року, зокрема, аби презентувати свою нову книгу. Олексію, бачили кадри, да, із Вакарчуком. Зараз ви на перший раз приїздите до України. Що змушує це робити? І чи не боїтесь ви? Адже ви хоч і давно не живете в Білорусі, але ви білорус. І так, в нас для більшості людей зараз, ну, так сталося, що немає ані хороших росіян, ані хороших білорусів, ким би вони не були. Ну, розумієте, звісно, з одного боку, я тут не можу осуджати українців або винуватити у тим, що ось таке ставлення. Так, тільки треба розуміти, що гэта не белорусы дали москалям территорию для того, чтобы они атаковали Украину. Только режим, хунта Лукашенко. Это человек, который шмат годов керует Белоруссию с допомогой силы. Он некий не президент. Это такие шеф хунты. И вот это он дал территорию Беларуси российским войскам. Разумеете, я народился 25 километров от украинской межи, у Пинску. Для меня... не веду, Луцк, Зарічне, Сарни, Ковель. Це такі ж близькі городи, як Пінськ, Брест, Барановичі. Треба тлумачити українцям, що це не білоруси, це хунта Лукашенки. Що для вас було 24 лютого? Що ви тоді зрозуміли в цей день, що відчули, як змінилося ваше життя? Ну, для нас це був великий шок. Коли почалася війна, я про це самої раніці довідався і одразу поїхав у редакцію. І, розумієте, усе приїхали, колеги в редакцію, ніхто не було загаду, от приїжджайте, немедленно приїжджайте, не було ніякого загаду, всі зібралися у редакції, і перше питання було, що одразу треба виходити в ефір. Одразу треба виходити в ефір, бо русські пішли війною на наш братній народ, на наших сусідів. І ми, літерально, там нам зайняло 2 години, ми вийшли в ефір, і питання було, на якій мові віщати. У нас була, і зараз є редакція білоруськомовного, передусім, новинного віщання, і рускомовного. І тоді ми прийняли рішення, щоб разом сів білорус і росіянин по-русски і по-білоруску віщати, щоб нас глядели так само русські, щоб вони бачили, що їхній урад, що їхня країна робить. І оказалося, що по IP-адресах, от на Ютубі можна це пролічити, у нас зараз канал рускомовний має більше мільйон підписників. Можна було пролічити, що більше половина тих, хто глядить і підписується на нас, це менавіто русські. І мені перешкоджала білоруська мова. Вони бачили в нас, може, ніяких нейтральних, таких нейтральних, так сказати, назіральників у цій ситуації. І, звісно, для нас це усіх був шок, тим більше у нас у редакції шмат українців працює. Наш видавця Денис, редактор, у його тоді старі батьки були в Маріуполі, не могли виїхати. Але він приходив кожен день на працю, він не хотів ні одного виходного. Він хотів працювати, нічого робити для того, щоб ця війна як мога хоча й скінчилася. І наш міжнародний колектив, бо у нас і поляки, і білоруси, і українці, і казах, всі разом працювали і працюють. Не було ніяких конфліктів таких етнічних, скажімо так, у редакції, бо не могли би бути у такої ситуації. Але не було, тому що ми всі розуміємо, що ворог у нас один і що ми на інформаційному фронті повинні зробити все, що можливо для перемоги України, а значить і до визволення Білорусі від хунти. Я думаю, так, перший крок – це перемога України, а потім вже будемо допомагати білорусам визволятися від хунти. У вас блискуча білоруська мова. Мені все зрозуміло. Дякую.
Але я знаю, що ви українською говорите добре. Добре, але не ідеально. Я попрошу, якщо можна більше говорити російською, да, або хорошо, українською. Хоча я думаю, що більше глядачів наших розуміє, але не про всяк випадок це зробимо. Ви сказали, що в Білорусі зараз хунта – це режим, який надає майданчики для атак на Україну. Ви як часто їздите до Білорусі? І чи не страшно зараз туди взагалі з'являтися людям таким, як ви? Я не їжджу вже 2 роки, тому що Білсат – це було перше незалежне средство масової інформації в Білорусі, яке признано так званим екстремістським формуванням. То есть экстремизм, да, это мы практически Аль-Каида, да, то есть если бы я приехал туда, то я как заместитель директора экстремистского, так сказать, средства массовой информации, экстремистской организации, я бы получил, я думаю, лет 15 до 20 тюрьмы, потому что я последний раз 2 года назад похоронил отца, уже тогда была напряженная ситуация, но я все-таки решил, потому что я один сын у отца, я не мог не поехать, на похороны я поехал, причем обещал клятвенно белорусской стороне, что ничем не буду заниматься, только похороню отца, и сказал, что если вы хотите меня арестовать, ну, то арестуйте хотя бы после похорон. Но они впустили меня и выпустили, тогда еще не было такого террора, сейчас террор тотальный. У нас вот совершенно недавно люди получили, активисты анархистского движения, получили от 21 до 23 лет такие сроки тюрьмы. Один предприниматель из Гродненской области, Микола Утухович, он получил вообще 25 лет. Вы понимаете, что это сталинские, это абсолютно сталинские, как это называется, присуды? Сталинский режим. Да, сталинский режим, это сталинские вот такие сроки. Мой дед, враг народа в сталинские времена, получил 15 лет, 15 лагерей. А сейчас белорусский режим садит совершенно невинных ни в чем людей на такие вот сроки. Наш сейчас в тюрьме за решеткой в Беларуси 10 наших коллег, именно белсатовцев. 10 человек. Мы не называем все их имена, потому что не хотим им, еще некоторым не вынесли приговора. Поэтому мы не хотим им навредить. А за что вы там? За что? Да. Я вам расскажу, знаете, в сталинские времена был такой очень... грустная шутка такая была, говорит, дали 15 лет моему отцу, например, да, за что? Было бы за что, сразу бы стреляли. Не за что, за то, что просто они журналисты. Просто за то, что они журналисты. Наша коллега Катя Андреева, она первая села вообще, и Даша Чульцова, две наши коллеги, первыми сели из всех белорусских журналистов по 2 года. Одну выпустили после 2 лет, другой Катя, молодая девушка, ей дали еще 8 лет, пока она сидела в тюрьме. То есть 10 лет из ее жизни, в общем-то, режим хочет забрать. То есть уровень террора настолько огромен, что не только я, а вообще никто из моих коллег не может поехать, потому что это будет сразу же арестован и посажен. Я знаю, что у всех девчат строки за то, что просто они делали прямую трансляцию, да, стримили. Да, был стрим, да, блин, это был убит один из участников протестов, и в месте, где он был убит, была такая стихийная акция народная осенью 2020 года. И они с многоэтажного дома вели стрим оттуда. Была камера и постоянно 7-часовой стрим. Их за это забрали, и обвинение было такое, что они призывали к насилию. Ну, представляете себе, Академия наук Беларуси сделала экспертизу 7-часового стрима, и они... Их оценка экспертная была такая, что никаких призывов не было. Но несмотря на это, им потом начали обвинять в том, что они парализовали работу общественного транспорта. И оценили на какие-то там $1000, что вот они толпа перекрыла улицу, и это по ее вине, как бы по вине наших девушек. Сделали, и они оценили это в несколько тысяч долларов. Мы этот штраф заплатили. Когда начался так называемый процесс, в Беларуси нельзя назвать, сейчас ни судов, ни процессов нет, это все как тройки сталинские. То этот городской транспортный этот предприятие, оно сказало, нет, они заплатили, у нас никаких обвинений нет. Академия наук представляет документ, экспертизу, что никаких призывов к насилию не было. Тем не менее, наших девушек сажают. Потому что в Беларуси правосудия нет, надо уничтожить все. Все независимые средства информации в Беларуси запрещены. В Беларуси запрещаются всякие общественные организации. Например, у нас есть такая организация, была «Ахова птушек Батьковщины». Ребята, которые занимались, просто следили за птицами. Их тоже запретили. Да? Запретили общество филателистов. Ну, чем угрожает режим? Вони чим загрожують, да. Тем, что они просто объединены, понимаете? Надо разбить любое объединение.
Вот если ты объединяешься, не знаю, рыбак ты какой-то или не знаю, кто хочешь. Но если ты объединяешься в какую-то организацию, это уже для режима это опасно. Поэтому они запрещают все. Это сталинские времена. Угу. А реально от в такій ситуації, коли забороняють всі організації зараз зібрати людей на хоч на якийсь мітинг. Ми бачили, як в 20-му році білоруси виходили, протестували, але, на жаль, ми не бачимо, щоб зараз вони виходили проти війни. Це дуже трудно. Я вам говорю, що в настоящее время тільки офіційно признаних політзаключених 1500 в Беларуси. В 1500. 2023 год, центр Европы, у нас 1500 политзаключенных. Сроки от 3-5 лет за, например, негативный комментарий в адрес власти на Фейсбуке. 5 лет. До 25 лет. Понимаете? Более 50 тысяч белорусов с 2020 года прошло через пытки, истязания, аресты, избиения в тюрьмах режима Лукашенко. Около, по разным подсчетам, около 300 тысяч белорусов выехало. Понимаете, когда население в стране 9,5 миллионов, да, это то же самое, что с Украины, вот, ну, я не имею в виду войну. Если бы с Украины просто выехал, взял и миллион человек в течение полутора лет. И это выехали активные люди, да, которые протестовали, которые имеют свою позицию, молодые, которые какие-то бизнесы сейчас за границей открывают и так далее. Это огромный урон для страны. Но надо тоже понимать, что сейчас этот маховик репрессий так раскручен, что они уже посадили всех, кого только можно. Кто-то убежал. Убежал, слава богу, у них человека нет проблем. Они с удовольствием вали из Беларуси. Но эта же машина, которая работала, она же должна постоянно искать новых жертв. Они, знаете, чем занимаются уже полтора года? Они занимаются тем, что все камеры, вот городские, которые есть, вот камеры, как называются, CCTV, да, вот эти камеры. Видеоспостережение. Да, да, видеонаблюдение камеры. Они же постоянно покадрово просматривают эти протесты, смотрят фотографии в Фейсбуке, в интернете, на средствах массовой информации и отслеживают, вычисляют этих людей и приходят к ним. Люди уже все, они поудаляли все, но они делают скриншоты. Человек уже ни в чем не участвует, сидит в деревне, например. Вот нашего оператора, а наш оператор год сидел у себя на хуторе, где ничего вообще не делал. Все равно через год к нему приехали, его забрали и посадили, осудили уже. То есть они занимаются вот этим. Понимаете, постоянно надо страх, страх, страх. Поэтому ожидать того, что человек сейчас выйдет на улицу, зная, что он получит 15 лет тюрьмы, понимаете, в украинцам это тяжело понять. Потому что я спрашиваю часто в украинцев, вот скажите, у вас садили журналистов такими пачками просто на... Какой бы президент ни был, да, он плохой был, пророссийский, там, не пророссийский, у вас никогда такого не было. Общество филателистов пришло бы в голову закрыть кому-то в Украине? Нет. Никого. А у нас, понимаете, мало того, что людей массовые, конечно, и увольняют с работы и так далее, там, угрожают репрессиями. Так что, понимаете, сейчас тяжело думать о каких-то протестах. Но единственное, что бы, я думаю, могло все-таки привести к повторению сценария 2020 года, это если русские заставят белорусских солдат идти под, естественно, под командованием российским, идти воевать с украинцами. Когда пойдут гробы, эта армия не обстреляна. Белорусы никогда не воевали. У нас где-то 60 или 65 тысяч солдат, я не помню точно, армия вообще вся. С чего эксперты говорят? 10-12, ну максимум 15 тысяч вообще способны к каким-то военным действиям. Потому что остальные это администрация, какие-то призывники, которые совершенно... То есть это будет катастрофа, если это необученная, необстрелянная армия пойдет. И когда пойдут гробы, вот тогда могут быть протесты. И я думаю, что это главный аргумент Лукашенко, когда он разговаривает с Путиным. Он говорит, вдруг люди начнут протестовать. Вот видишь, Володя, в 2020 году мы же не ожидали, что такое будет. Ну ты же мне помог, да, ты же сказал, что задушишь, если что. Вот. Ну вот такая ситуация. Поэтому тяжело ожидать, понимаете, тяжело. Но это не значит, что гнев и злость белорусов пропала. Она есть, она дремлет. Россияне до конца белорусам не верят. Не верят, потому что, вы знаете, уже огромное количество белорусов воюет по стране Украины. Да, так, Калиновский, да, 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 там есть погоня и так далее. То есть и они, россияне поэтому не верят. По нашей информации, когда русские сейчас же в Беларуси берут вот то, что им нужен, им какой-то военный аэродром, они же не то, что они обращаются, а можно, они говорят, через неделю мы будем здесь дислоцироваться, вы вон. И они даже свое оцепление ставят. То есть они не верят белорусам даже в оцеплении, понимаете, вот в чем дело. Поэтому тут такая, если все-таки это, если это будет, то, естественно, это будет так, скорее всего, что это будет этими частями, этими, не знаю, как там, ротами или там батальонами, будут командовать белорусскими русские. Только так. Иначе, я думаю, что русские не рискнут.
Говорячи про санкції, да, вони зараз зачепили Білорусь. Санкції, які ввели проти Росії, але ж ми розуміємо, що і про Білорусь пов'язані тісно. Да, конечно, конечно, да, потому что... Як прості білоруси відчувають на собі? Ой, как вам сказать, но нет тоже части импортных товаров, да. У нас когда-то Лукашенко воевал с этим, с кремом Нивея, например, да, с автомобилями Шкода, которые там не хотели поддержать, быть спонсором спортивных мероприятий, которые в Беларуси, потому что диктатура. И у нас была куча мемов, да, что вот что белорусу привезти из-за границы, ну, такую баночку крема Нивея, да. Сейчас таких товаров все больше и больше, да, но Макдональдс, например, да, тоже. То есть нет, и эти импортные товары, они, естественно, они или из России, как говорят, да, возьми какой-нибудь, уже не буду здесь в эфире говорить марку порошка, но возьми какой-нибудь немецкий порошок, который куплен в Польше, который куплен в Москве. Разница огромная. То есть там они вроде бы по лицензии, но там такое бучело, они там какой-нибудь порошок, там не знаю какой, но точно не оригинальный. Поэтому люди покупают заменители. А то, что есть импортное, оно дороже. Ну, естественно, тоже есть ущерб для предприятий. Например, одна из самых больших статей дохода бюджета – это калийное удобрение. Да у нас в Солигорске огромные там шахты, и там эти калийные удобрения добывают. И тоже сейчас проблема с продажей этих калийных удобрений. А это, я не знаю, может быть, половина валютной выручки вообще Беларуси была. Но мы понимаем, что вот сейчас 1,5 миллиарда, по-моему, да, опять Россия дает кредит своему брату, единственному в мире союзнику Александру Лукашенко. У русских может быть холодно в квартирах, туалеты на улицах, да, в Сибири, но на поддержку своего любимого союзника Александра Лукашенко у них всегда найдутся деньги, всегда. Поэтому Беларусь живет исключительно благодаря помощи, ну, кремлевского режима. Что станется с Беларусью, когда режим цей паде? Він скоро паде, ну, немає взагалі ніяких. Ну, сразу же упадет и режим Лукашенко, потому что он держится, как я повторяю, исключительно на и дотациях, и силе. Когда говорили, что если в 2020 году победит белорусская революция, а там, как вы понимаете, это было... Зовсім трохи. Да, да, совсем немножко не хватило, но если бы победила революция белорусская, многие уже тогда говорили, может, не многие, но некоторые говорили, что русские войдут с танками со своими. А часть говорила, да ну, ребята, не может такого быть. Ну куда, 2020 год, же 21 век, как же. А сейчас мы видим, что происходит в Украине. И абсолютно, можно. Абсолютно они бы это сделали. Они бы разъехали танками абсолютно всех этих протестующих. И или поддержали бы Лукашенко, или какого-то другого, поставили бы своего, так сказать, ставленника. Но поэтому, если не будет вот этого, этой империи, которая, в общем-то, вредит всем своим соседям. Обратите внимание, вот я иногда говорю тоже западным журналистам. Они говорят, вот там вы, почему это в России? Я говорю, посмотрите на карту России. Вот возьмите карту себе, станьте и посмотрите на соседей. Вот у кого? С кем у России из своих соседей приятельские отношения, дружественные? Ну с кем? Если вы посмотрите от Японии по Эстонию, в общем-то никого, да, но есть же Беларусь. Вот, поэтому, Беларусь. Да, поэтому мы будем качать бабла столько, сколько надо, чтобы режим устоял, чтобы там все были довольны, и будем говорить не то, что даже для внешних каких-то факторов, но для внутренних. Говорят, как это нет у нас союзников? Ну как? Ну, отже, Білорусь, да. І Северна Корея. Ну, то ну, таке. Немножко далеко. Да, в 20-му році стало зрозуміло в Білорусі, в нас зараз, під час повномасштабної війни, стало зрозуміло, що ще одна велика зброя – це мова. І так. Вона дуже важлива. І те, що подобається в каналі Білсат, це мовлення саме так. білоруською мовою. На відміну від інших білоруських ЗМІ, які все ж таки російською так. виходять в ефір, це ваша фішка була, ну, не знаю, чи можна назвати фішкою, чи це принципова позиція, була від початку да. каналу 15 да, конечно, років. Так, звісно, це принципіальна позиція, тому що я лично не пішов би працювати в канал, якщо б він був російськовим, допустим, тому що це не мало смисла, во-первых. Коли ми починали, я зараз не знаю, статистики у меня нет, но когда мы начинали, то в Беларуси на всех этих государственных телеканалах языка белорусского было процентов 7-8 всего. И понимаете, это ведь делается еще таким образом. Например,
смотришь главную информационную программу на там, главном канале белорусском, да? И вот материалы по-русски, идут про политику, про экономику, про там, не знаю, еще про что, да, про какие-то важные. А потом, сейчас мы покажем материал, как возрождается там традиция какая-нибудь там народная в деревне такой-то, такого-то района. И этот материал мы сделаем по-белорусски. А почему? Потому что надо было показать белорусам, что на белорусском языке можно делать только вот такое. Такое вот, ну, деревенское, простое. А как же, мы же про достижения в космосе не можем говорить по-белорусски, что является абсолютно ерундой. В 91-м году, когда распался Советский Союз, в Беларуси началась белорусизация. Школы начали выходить на белорусский язык. Никто не протестовал. Чиновники начинали учить белорусский язык. Что сделал Лукашенко первым, когда пришел к власти? Первое, что он сделал. Провел референдум через год после прихода к власти. Провел референдум и что сделал? Дал российскому языку, русскому языку статус государственного. Потому что в 91-м году уже был только белорусский государственный язык. Сразу сравнял языки. Поменял что? Символику. Наш бело-красно-белый флаг, герб погоня, заменил на бывшие советские символы. Почему? Потому что это ментально, это огромный как бы, ну, для независимости, для развития независимого общества. Это очень важно. Вы представляете себе, чтобы сейчас Украина была под советским флагом, не помню, какой он там уже был, красно-синий, по-моему, украинский СССР флаг. Представляете себе, что в Украине это просто невозможно. Но Лукашенко вернул флаг БССР практически в такой же форме, только без серба и молота, и вернул герб, очень похожий на герб БССР. Мы называем его или капуста, или крышкой для унитаза, да, вот такой с этими колосьями. То есть это было несомненно задание его кремлевских боссов, чтобы Беларусь не отличалась никак. Поэтому мы начали вещать принципиально по-белорусски. У нас новости по-белорусски, у нас программы, культура, история, технология, не знаю, все что угодно, все по-белорусски. И наш зритель понимает, что обо всем можно говорить по-белорусски. Не только про деревенские обряды какие-то. Можно говорить по-белорусски, можно говорить обо всем. Мы показываем иностранцев, которые говорят по-белорусски. Но есть немало поляков, которые говорят хорошо по-белорусски. Есть испанцы, какие-то американцы и так далее. Мы показываем, что наш язык даже учат. В Японии, например, оказалось, что изучают там белорусский и так далее. То есть, чтобы нам не было стыдно. Потому что белорусам тыкали в Советском Союзе все время, что вы хуже. У вас язык там такой, да. Вот послушайте Лукашенко. Он старается все время говорить, он все время говорит, очень редко говорит по-белорусски, и то в издевательском тоне скорее. Но когда он говорит по-русски, он постоянно старается говорить по-русски правильно, но у него не выходит. Он это р, ч, щ, г, говорили. Взрывается. Да, он просто, у него речевой аппарат, он не может говорить, хотя мы знаем, что он с логопедом занимался, но он не получается. Он говорит, не получается. Не получается у меня, ну и все. То есть у него даже не получается. И вот за это белорусов постоянно тыкали в Советском Союзе. Ты не мог сделать карьеру, если ты не говорил, например, хорошо по-русски. Научную или какую-то еще. Поэтому люди, выезжая из деревни в город, старались любым способом избавиться от этого страшного белорусского акцента. А мы показываем, что неправильно. Что да. Неправильно. Радянская влада просто вбывала. Да, конечно. И вот есть великий русский язык, а другой он человек. Лукашенко что сказал? Его известная фраза. Он сказал, что вообще есть только два языка в мире, которыми можно выразить все мысли. Это русский и английский. Почему не немецкий? Почему не французский? Вот русский и английский. Ну это же абсурд. Ви ще, окрім того, що популяризуєте саму мову білоруську, да. Ще популяризуєте різні діалекти, да? Зокрема, свій рідний, як він правильно, поліський, правильно? Поліський, так. Один із поліських говорів, тому що їх там багато. Знаєте, коли Полісся ж, це був край болот. И бывало так, что когда не было еще мелиорации, не было дорог, ну то некоторые, когда была весна, там разливались болота, да, то некоторые деревни были вообще изолированы. И поэтому может быть так, что в одной деревне говорят «конь», а 20 километров «кунь», да, на ту же лошадь. Поэтому это один из диалектов, так как он мне, в общем-то, запомнился из околиц Пинска. И вы написали саме на нем книгу, да. Да? Давайте про неї поговорим. Оце... Оньде, это, знаете, я поэтому так назвал, это было одно из любимых слов моей бабушки. А меня воспитывали дедушка с бабушкой, это она говорила, оньде, это вот здесь, да, оньде лежит девиз, оньде лежит там ложка, или еще он там может быть в значении только что.
он де дід прийшов. Українською он де, да. Да, так, так що це таке слово, я вирішив його... Это колесо от телеги, которое висит на сарае в дедовском, там, где дед мой жил. Дед для меня был очень важным человеком. Он был, как называется, узником сталинских лагерей, но тем не менее остался до конца жизни просто уважаемым, очень сильным человеком. Поэтому я хотел, чтобы это было колесо. А такие коврики вязала моя мама. И поэтому дизайнер сделал так, что вот это как бы здесь колесо дедовское, а по маминой линии вот так расходится, как лучами солнца расходится вот это этого коврика. И там вирши та проза, да, здесь сама проза, про ваш здесь, регион, да? Да, да, здесь эта книжка была, как бы, понимаете, до 7 лет я воспитывался там под Пинском у дедушки с бабушкой. Я говорил только на полесском диалекте. А потом родители меня забрали в 7 лет, чтобы я пошел в школу в Пинске. А в Пинске были школы только русскоязычные. Я пришел в школу, я не знаю русского языка. Я был-то единственным ребенком в школе, который не говорил по-русски. И вызвали родителей, и говорят, что это такое? Так что за какой-то чертенок, который вообще не говорит по-русски? Ну, я научился, естественно. Ну и потом, ясно, русский, белорусский, другие языки выучил. Но когда умерла 5 лет назад моя мама, почти 5 лет, 4,5, я приехал, остался у отца на 2 недели, чтобы его поддержать с ним в деревне. И начали приходить соседи. Но они сначала как бы, ну, культурно показать, стараются говорить по-русски со мной. Я говорю, не говорите, говорите. И вдруг это начало у меня выплывать, понимаете. То, что я же до 7 лет, это где-то, это так называемый пассивный запас. И они рассказывали им всякие истории жизненные. И я думаю, надо записывать то, что они говорят. Они же старые люди, они скоро умрут, и это где-то уйдет вместе с ними. Я как записывать? Ну как я буду записывать? По-белорусски? Не то. По-русски? Тоже не то. По-польски? Ну что, по-английски что ли записывать? Это абсолютный абсурд какой-то. И я думаю, нет, я буду записывать так, как слышу. И это язык у меня просто... Неделя, 10 дней я с ними уже шпарил абсолютно так, как чем вызывал страшное удивление. Они говорят, он же за границей живет, по миру ездит, по-нашему говорит. А я им говорю, слушайте, я напишу еще по-нашему книжку, и вы там себе побачите, прочитаете про себе. Что они кажут, здурів, здурів той в Варшаві, ну здурів, ну. Що, він ще не старий, а вже здурів. Ну, яка наша, яка по-нашому? Де, хто бачив, по-нашому писали, де ще книжку видали. І поэтому я зробив... Тобто це перша взагалі в історії книжка, ну, написана саме цим, да, діалектом. Так, от іменно така, да. Були переводи, допустим, Біблії. Ну, це немножко на другой, там, під Іванова і під Яновом Полеським, на другой діалект. Ну, так, щоб... Це, мені подобається українське слово, це такі історії, називається бувальщина. Я навіть не знаю, як це в русській, ну, такі от зарисовки, бувальщина, да? І потім уже стихи, які, ну, це вже чисто авторские. Здесь поэма есть про кузнеца Грица. Вот. И все мои соседи, в общем-то, к сожалению, я уже не мог тогда ездить в Беларусь, но все получили экземпляр этой книги, сфотографировались при Сталине, поверили в то, что это возможно. И что интересно, книга была очень позитивно принята в Украине. Я сделал презентации в Киеве, в Луцку, в Заречном. И там были полные залы, люди просто... Я даже не ожидал такого, что это будет... Вообще сделал 14 презентаций в Польше, в Чехии, в Украине. К сожалению, в Беларуси не могу сделать, но я еще оставил штук 50 книжек на Беларусь. На сам кінець, скоро закінчиться ця війна. Я сподіваюся, скоро закінчиться і така холодна, скажімо, війна в Білорусі, людей проти режиму, терору цього. І чим це закінчиться? От після перемоги України, що буде, на вашу думку, в нас, і що буде в Білорусі? І головне, як після цього всього українці та білоруси будуть, чи будуть взагалі будувати якісь відносини? Знаєте, все зависит от того, как закончится война, естественно. Если война закончится падением путинского режима, то я думаю, что сразу же упадет режим Лукашенко. И нам Бог нам дал такое географическое положение, мы никуда от этого не денемся. И смотрите, сейчас, когда... Я живу в Польше более 20 лет, я вижу, как поляки, как мы все, как я, как все мои коллеги бегали там, помогали украинцам постоянно, да, когда масса людей поехала из Украины в Польшу, поляки очень сильно помогали. Сейчас, несмотря на исторические, всегда была история, да, вот таким проблемой в отношениях украинско-польских, казацкие войны, Волынь там и так далее, да, всегда это было такое. Сейчас, смотрите, это братские народы стали уже, когда поляки и украинцы. Для Кремля это кошмар. Это один из самых больших кошмаров. Поэтому тролли
постоянно тролли активны в польском медиапространстве. Смотрите, украинцев понаехало, они сейчас заберут все деньги, и у нас не будет пенсии. Да? Вот такое. Такие, это слабо, это, к счастью, это очень слабенько пробивается. Вообще, это какие-то маргинальные моменты. Но, тем не менее, русские, у них пена изо рта идет от того, что исторические народы Первой Речи Посполитой объединяются. У нас нет другого выхода. Россия останется. Пусть не в кремлевском, ну, не в путинском варианте, но она все равно останется. И она... Я не знаю, изменится ли она в таком смысле, что она будет демократическим государством, приязанным, так сказать, дружественным к своим соседям. Я не уверен в этом, скажем прямо. Уж извините, россияне. Вот. Поэтому у нас нет другого выхода. Государство, вот, Балтийско-Черноморский союз, да, вот эти вот, как это называется, Межморья, да, вот это проект Межморья, мы его должны осуществить. А он без Беларуси будет, кстати, это как зуба спереди нету, да. Должны быть прибалты, украинцы, поляки, белорусы, не знаю, молдаване и так далее. Вот мы должны строить вот этот вот такой пояс, если мы вместе будем интегрироваться, объединяться. Да. Такой буфер против России, да, в Европе. И для них это самый большой кошмар. Для них это самый большой кошмар, и я надеюсь, что так и будет. Мы на це чекаємо. Чекаємо вас в гості вже після перемоги. Або навіть не так, ми чекаємо від вас включення з Мінську десь на площі, коли ви будете святкувати нарешті День Незалежності нормальної Білорусі, справжньої. Дякую вам. Дуже вам дякую за те, що завітали до нас в гості. Це була рубрика «Обличчя» на марафон «Єдині новини» триває.